предстоящие выходные 20 октября специалисты, которые трудятся в сфере дорожного хозяйства, отметят свой профессиональный праздник. В преддверии этого праздника в ДК «Металлист» чествовали лучших специалистов. Как это было, узнаете в репортаже с места событий. Этот день – праздник для всех, кто круглый год обеспечивает содержание и эксплуатацию дорожного хозяйства, надежное и безопасное автомобильное движение. Именно от этих специалистов, от их четкой и слаженной работы зависит оперативность грузовых и пассажирских перевозок, безопасность участков дорожного движения. Губернатор Тверской области поздравил специалистов с праздником. Приветственный адрес зачитал его заместитель. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин определил одной из стратегических задач развития нашей страны – создание качественных и безопасных дорог. Современная транспортная инфраструктура – это основа комплексного социально-экономического развития территории, роста туристического потока, обеспечения безопасности транспорта и оперативной работы экстренной службы. В Тверской области по сравнению с 2015 годом объемы дорожного ремонта и строительства увеличились в 8 раз. За последние 4 года в программу ремонта вошло 1460 километров участков региональных местных дорог. По нацпроекту в текущем году отремонтировано 104 километра региональных дорог. В Твери около 35 километров улично-дорожной сети. В план программы на следующий год включено порядка 150 километров. Именно от качества работы этих специалистов и добросовестного подхода к своему делу зависит безопасность водителей, пассажиров и пешеходов на дорогах Твери и области. За добросовестный труд специалистам этой отрасли вручили благодарности.